Всем привет! В эфире Инстаньюз и дайджест интереснейших публикаций казахстанских селебрити в Инстаграм. В сегодняшнем выпуске мы увидим Ерке Есмахан, Баяна Лагузову и Эрика Тастымбекова. Ерке Есмахан в последнее время начала щедро снабжать своих подписчиков фотографиями из столицы соседней федерации. И, понятное дело, поклонникам певицы стало интересно, что именно хайп-тате делает в Москве. Дабы остановить поток догадок, Ерке выложила вот это фото и подписала его, мол, я сюда в поисках Бузовой приехала. Отличная миссия, что сказать. Как выглядит деградация общества, рассказала продюсер Баяна Лагузова. Ее не обошло стороной скандальное видео с человеком, упоминание чьего имени опорочит честь нашего эфира. Самое страшное же, считает прародительница Кешью, это аплодирующая толпа, которая поддерживает такую дикость. Она в очередной раз напомнила, что поднимать руку на женщину нельзя ни при каких обстоятельствах, и побудила правоохранительные органы отреагировать на это безобразие. Позитива в ленту своим подписчикам решил добавить Эрик Тастымбеков и поделился вот таким жизнерадостным фото с таинственной незнакомкой. Причем, судя по подписи, эта дама продюсеру хорошо знакома, и общаться с ней он очень любит. Неудивительно, если она его постоянно смешит. А вот тому, кто догадается, кто же стоит спиной к камере, Эрик пообещал лайк. А вы как думаете, кто это? Снимая с невероятной скоростью 960 кадров в секунду, сверхскоростной сенсор Galaxy S9 и S9 Plus позволит вам проявить талант режиссера. Просто добавьте замедленные кадры в видеоряд или подчеркните один момент с помощью выразительного суперзамедленного кадра. Остальные подробности на официальной страничке компании в Instagram Samsung KZ. Чем еще удивят нас звезды, узнаем в следующем выпуске. Пусть ваш день будет солнечным и продуктивным.